Здравствуйте. Давайте знакомиться. Я практикующий врач, нарколог с 15-летним стажем. Второй год назначаю пациентам итальянский препарат от алкоголизма – капли трезвости Мидза. Цель применения – формирование химической блокады ферментов, расщепляющих алкоголь. Результат – отвращение к спиртному, устойчивая и длительная ремиссия. Часто задают вопрос, чем итальянский цианамид Мидза отличается от испанских капель Колми, которые были очень популярны. С удовольствием отвечу. Сейчас это уже нигде не купишь. А когда они появились, стали настоящим прорывом в лечении алкоголизма. Огромное количество вылечившихся, мягкое воздействие на организм, безопасность, очень важно, возможность применения без ведома пьющего, доступная цена. Цианамид очень быстро завоевал общее признание врачей-наркологов как лучшее средство сенсибилизирующей терапии. Сохраненные отношения, семьи, дети, не потерявшие родителей, работа, карьера, бизнес, который не смог погубить алкоголизм – все это сделали Колми настоящим фармакологическим чудом своего времени. Посмотрим на них и сегодня. Приготовим дозу препарата. Флакон-дозатор с пипеткой. Ампула с информацией, необходимой для использования. Вскрываем ампулу. Обращаю внимание, легко пораниться мелкими осколками стекла. Переливаем во флакон дозатор. Как мы видим, не очень хорошо получается это сделать. Как ни стараешься, даже малая капля все равно будет мимо. На этот случай у меня приготовлен шприц. При переливах неизбежно теряется значительное количество препарата, а кроме того, он подвергается активному воздействию внешней среды. Такая подготовка к использованию – совершенная архаика. Никто в мире такого уже не производит. Набираем капли в пипетку. Капли легко считать, но я не знаю количество препаратов в каждой капле, потому что пипетка не откалибрована. Точность дозирования очень приблизительная. Это, несомненно, повлияет на качество лечения. При необходимости взять с собой троица. Вряд ли это было достаточно удобно. Теперь Мидза. Подготовим дозу препарата. По флакону. Темное медицинское стекло. Яркая этикетка со всей необходимой информацией. Поясок. Контроль первого вскрытия. Герметично завинчивающаяся крышечка. Открываем. До нас здесь точно никого не было. Главное. Высокоточная откалиброванная капельница-дозатор. Считать капли легко. Каждая капля содержит 3 мг цианамида. Точность дозирования 100%. Соответственно, качество лечения. Как видим, все просто. Открываем и считаем капли. Важно, препарат не имеет цвета, запаха, вкуса. Флакон прочный, компактный, легкий. При необходимости удобно брать с собой. Возвращаясь к Колми. Вскрыть, перелить. Вы видели, с какими мучениями. Набрать пипетку и только после этого считать капли. Потери препарата при переливе. Уменьшение его силы под активным воздействием окружающей среды. Скажите, зачем все это, когда есть Мидза, который достаточно просто открыть? Колми, безусловно, превосходный препарат. Но он не вчера, он архаичен. Он совершенно не соответствует сегодняшним представлениям об удобстве использования. Мидза лучше и современнее Колми. Это доказано результатами клинических исследований. Обратим внимание на важные для качества лечения показатели. Биодоступность препарата. Насколько хорошо он усваивается организмом. При одинаковом количестве капель биодоступность препарата у Мидза выше, чем у Колми. Средняя концентрация в крови. При одинаковом количестве капель концентрация препарата в крови у Мидза выше. Лучшие показатели Мидза можно объяснить высокой точностью дозирования и герметичностью флакона с дозатором капельницы.
Даже такая деталь, как высокоточный откалиброванный дозатор капельница, может существенно повлиять на улучшение качества лечения. Мой личный опыт и многочисленные исследования подтверждают, что Мидза – эффективное и безопасное средство для лечения женского и мужского алкоголизма. Они безопасны в длительном применении, до 6 месяцев, дают быструю, в течение 15 минут, реакцию на алкоголь, совместимы с психоактивными препаратами, не усиливают и не ослабляют их действия. Доказано, что Мидза является лучшим средством для лечения алкоголизма амбулаторно. Нейтральный органолептик, отсутствие вкуса, цвета и запаха, позволяет успешно применять Мидза без ведома пьющего, просто добавляя в еду и напитки. Использование Мидза в дни повышенного риска позволяет близким предотвратить запой. Отрицательные, негативные последствия воздействия Мидза на организм отсутствуют. Счастливой вам трезвости. Всегда рад помочь.